Так, сейчас танк пусть первый зайдет, там мобы живые. А, мы же, блядь, не убивали, чуваки, мобы нахуй. Залетаем. У нас смотритель. Да, мы же, блядь, не туда пошли. Сейчас соберемся. На вот этого рогатого, да, идем? Не, сейчас на гнева. Там, где щит тебе падает. Так, а что у нас по паладину? А у нас он уже выбил, разве нет? А что по хилам? Мне пуха упала. Паладина, да, пуха. Да, говна. Поэтому... Секунду. Ганнибал, давай, кулачки. Степанида МП5, Коба, каска, и я щиточек раздам. Пока Женька не ДЦ, щиточек будет хоть как-то полезен. Да, мне сейчас показалось, что я в Дискорде услышал голос Шамиля. Он так и так будет полезен щиток. Я же не мог, не всем накину этот баф, он же прока еще. А он один раз ты навесил, по всему рейдеру распространяется. Нет. А как я его навешу, блядь? Ну, ты когда ДЦ... Как он распространяется, не понимаю. Вот, смотри. С вероятностью там 100% после применения заклинания слова силы щит, когда ты в ДЦшке, урон получаем всеми участниками группы или рейда на 1 минуту уменьшается на 3%. Все понял. Ну, лишним не будет в любом случае. Не, это понятно, я потому и говорю, что... Ну, все, бьем. Они тут тысячные. Кто Викауры пользуется? Я пользуюсь. Yeah. Все пользуются. Что это такое? Как там это, теневой удар на Ануби вбить? Ну так и вбиваешь. Выбираешь дебаф. Это не дебаф, а... Дебаф или аура просто? Давайте копейки, если сам прокидываю. Это не дебаф и не аура, это спел, который кастуется. Он не вешает ни дебафов, ни бафов. Нужно таймер, тайминг. Ну если таймер, как часто он юзает, типа, чтобы как ДБМ тебе объявлял. Да. Он тебе не будет как ДБМ объявлять следующий каст. Он тебе будет объявлять только когда каст сам идет. Ну, может так сделать. Жека, ты сорвешься. Ну, бля, я сейчас скину, чё? Нужно, чтобы он заранее, потому что там заранее надо стан давать. Нет, он тебе, Викаура, тебе не объявляет заранее. Сфера. Каст. Чё так медленно бьем, я понимаю? Кто-то слакает? Это можно сделать только если ты знаешь, что этот каст кастуется определенное количество времени, то есть спустя какое-то время. Ты можешь поставить таймер. Ну вот, вон, таймер. Ты что не дамажишь, блядь? Таймер можешь поставить. Может, он разговаривает по телефону, уже говорил. Как он уже недавно в Дискорде разговаривал. Ну, потом сказал, отойду, по телефону поговорить надо. Ничего такого не было, что ты защищаешь монки. Согласен, что-то я охуел. Пусть защищает, правильно. На пул дает, можно просто. А то что я не закопаю. Да. Короче, сегодня буду танчить протопалом с блоком. Это уже Ануба ебаного. Там же РЛ тебе должен говорить, или ты сам смотришь? Ну, да, везде по-разному. Конечно, да, проще самому, типа, у РЛ и так там дохуя что смотреть. Кого, бить босса, все. Там на самом деле... Это по метке, да. Кому что и куда бегать, блядь. Я вон, например, оковы кидаю. Так ты зачем? Какие оковы, если ты 25-й, да, у тебя обоицы делаешь? Согласен. Там все тупо... Там лучше знает, когда ему тыкнуть, правильно? Ну да. Ну. А, мне еще знаешь, что кажется? Там знаешь, из-за чего просто будет? Может даже никакие таймеры не ставить. Гнев небес же 30 секунд КД. Да. Ну и все, мне просто первый раз нажать на 29 секундах, и все, и дальше просто по откату ее тыкать, и все. И я больше ничего не могу сделать. А если они раз 30 секунд дамажат, ну, если не юзают, тогда да. Да, раз 30 секунд. Прикинь, так проебешься там на миллисекунду. Нет, меткости там, не хватит, да, тебя меткости на... там, во-первых, 17 надо. Там будут на помощь ставить ретрика, скорее всего. То есть будет все только от него зависеть, от ретрика. А тогда зачем тебе сдавать гнев небес? Ну, типа... Лучше два сдать, чем один. Лучше два, чем ноль. Ты два сдашь, и тем самым у тебя не превратится в односекундную, ты можешь проебаться. Добивайте босса. Твой босс, мама, это. Ну, лучше тогда делать это ретрик и гарантированно. Ну, блин, вы заебали пиздеть, давайте бить. Мы бьем. Так, посмотри на урон, блядь, все стоят, курят бомбу. Ну так один стоит хилит, второй танчит. От них ДПС-то прям тонна. Я от вас говорю. Ну, мы даем тебе дамаг поделать, что не так.
Мы просто очень долго думали. Женя, у них, блядь, по 5 лямов. Жене ломка. Нужно дерево рубить. Торопец. Курить. Нет, не, в натуре 4,5 ляма, Жень, 4600. И чё? Ну это не быстро. Аккуратненько, аккуратненько. Хоба, я сейчас сам, блядь, согрю как ракообразный. Хоба. Ну давай. Вот этого можно не бить, вот этого можно не бить, обойти. Хоба, хоба. Завтра мышку новую привезут. Ебать. Я какой? Обычно просто на работе берешь обычные шариков, которые. Шариковые? Да ты прям я продвинутый юзер. Шариковые. Вообще заебись. Он вообще так прикольно на него. Достаешь каждый раз, чистишь. Бля, воспоминания, ностальгия. Блядь, ностальгия, как будто бы ты изобрел эту мышку. Да нет, ностальгия, блядь. Дедуля, тебе сколько времени? Сколько лет, дедуль? Первый стан дам я. А некоторые люди даже не знают, что такие были вообще. Мы юзали в школе такие. Коля, блядь. Кираторка, наверное, этот. Заебал. Чтобы этот. Не сидели, короче, родственники на компе. На пул сдай, блядь, пиздит он. Так он тебя отвлекает разговорами, чтобы ты не заметил, что на пулу-то не был. Да. Здорово, Женька, да? Особо. Метку, как я там? Ну, я не знаю, любой половину. Метка стоит, метка стоит, все, тихо. Да нахуй у меня метка, я говорю, кто застанет, блядь, заебал ты, блядь. Да, нормально, любой паладин достанут, оба даст, оба уверенные себе. Когда ты скажешь, любой паладин, все паладины подумают, что даст какой-то другой, блядь. Любой другой. Да. Заебись, уважаю таких паладинов. Нет, один паладин, в скобочках оба, подумает, что то он самый, единственный, неповторимый. И даст сам. И тут, блядь, выходит Степанидок, дает стан и миссы. Что холепало, нет метки. Дает стан другого моба, которых мы не агрили. Бывает тоже. Ну чё, ё-моё, будем пытаться дамажить под лучом. Зачем? За смысл? 100%. Только хан пусть дамажит, да и все. Бля, вопрос. Там агро вообще как генерируется? Хуёво генерируется. Да я не вижу смысла рисковать что-то там, блядь. Спокойно убиваем, как обычно, и все. Ты понимаешь, Монк, если ты умираешь, я остаюсь без напула. Это вообще будет супер хуёво. Если ты умираешь, бегать тут не убегать. Умру и все. Да. Что появится? Конечно, появится, мы сейчас вызовем. Ну, в смысле, блядь, я лужу дал, ты ебанутая. Тут так-то можно ждать, типа, тайминг, побегать, когда их нет. Мы же не такие. Да, правильно, мы не такие. О, еще репа на каре не выкачено. Признавайтесь. Мне на шамане, блядь, мне иду паладином. То есть с таким количеством мириков и на арана нет смысла идти там, охуеем. Да не, заебись. Все... А что заебись, все будут огненно этот... Каст ловить, блять, и не выбегать. А, блять, да? 6 сопротов подряд. 6, блять. Ну там это самое, сколько сейчас скажу? 3 велика можно. 4. А у нас сколько? Ну это с танков. У нас дохуя, я даже считать не буду. Сразу говорю, дохуя. 2 ретрика. О, у нас 3 мирика, это 3 паладина. Два ретрика и все. Я думал, что их много. Не, заебись у нас, мы убиваем все. Два ретрика и танк, все, вот тебе все милики. Да не буду я пробовать. Если мы, блядь, смотрители еле отхилили в 3 хила, ты, я вообще не хочу даже пробовать, а рано... Смотрители, вот, когда Степанида будет трейхарди, тогда будем 2 хила. Там просто важно охуенно хилить на этом, блядь, на аране. Если смотрителя не прохиливаете, какой нахуй аран? Там уже дело не в охуенности, а в том, что дефы надо прожимать на зиму. Да, в смысле, ну если ты, блядь, не можешь на смотрителей хилить, то ты и на аране будешь хуёво хилить, правильно? Там немножко другое, там... Я понимаю, что там происходит, но ты понимаешь, что у тебя определенный уровень навыков должен быть, чтобы ты прохилил.
Ну, скорее, определенные требования к КПСу. Если у тебя вот этого нет, никакие прожимки не помогут. А если у тебя вот это есть, тогда уже можно с прожимками пробовать. Скажем так, Хэпал и Иршам обычные, которые кастуют, они там хуже будут, чем в Эрдру и Хэприст. Конечно, уж там прыгать надо. Там от сетапа зависит от всего. Да, я говорю, что понятно, это все понятно. Но пока ты не научишься нормально хилить, можно даже не пробовать. Неважно, какой у тебя сетап. О, здравствуйте. Ой, блядь. Можно этим хэпалом в 4000. Пускай нахуй. Паладин, блядь, нажимает бабл, хилит. На следующий раз боб нажимает, боб там пол урона резистит. Слышишь? Запускай нахуй, погнали лес рубить. Мы же рейдить пришли, я понял. А, точно, я ж запускаю. Бывают перезагрузки не во время, когда мы рейдим? Размечтался. Губу закатай. Че, хотите позырить груля или магика? Да не, спасибо. Мне было интересно, я бы уже нашел. Сам дойду, сам посмотрю. Сам почешу ему пузика. Там жестко. А они не давали, видишь, Вовке умирать тем, что они не стали подавать, бедные, они не стали подавать в суд на людей, которые делают пиратские сервера. А вот так они и дают жить Вовке. Так что все в порядке. Не, я про что? Я про другое. То, что вместо того, чтобы ну, развивать, они просто старались удержать из последних сил на... Ну, если бы они хотели удержать людей, они бы фри-то-плей сделали. Ну нет. Если бы они сделали фри-то-плей, они бы ни хрена не удержали. Они бы закрылись бы все пиратские сервера нахуй сразу. Да. Да. С чего бы они деньги поднимали? Ну, с косметики. Конечно. Да. Косметический донат. Косметика им столько не дает. Прокачка, уровни. Как ты что ли? Прикинь, у тебя весь мир снова хлынет на твои сервера. Как вот здесь, ты видел, сколько на маунтов донят на трансмоге и так далее? Там то же самое будет, только там этого я всего в разы больше. Я не видел, сколько здесь донят на это. Да ты вон подавана видел, у которого на каждый спек разный трансмог, блядь? Не, внутри, прикинь, у тебя донат со всех пиратских серверов, да? И в целом, то, что... Ну, раньше ты покупал, грубо говоря, подписку за сколько там? Сколько подписка стоит сейчас? Я не знаю просто. Что там? Ну, блядь, 600, да, что такое. Вот смотри, ты раньше покупал подписку исключительно за 600 рублей, а тут ты, блядь, маунту купил за 300 рублей, тут, блядь, питомцу купил за 200. Бля, и так в месяц у тебя, хоп, 1500, а не 600, которые ты раньше отдал. Наоборот, на донате ты поднимаешь... Не, у них, может быть, там и доход-то останется таким же, но тем людям, которые донатят, им будет интереснее играть, потому что в целом людей будет много. Да, блядь. Только вы забыли о том, что деньги, которые они получают с Вовки за продажу аддонов в месячной подписке, они направляют в другие игры, чтобы создавать их. Какие? Посмотри, что они создали за последние два года. Ты посмотри, что они создают. Diablo Immortal, что? Diablo 4, где? Overwatch 2. Сколько они это уже анонсировали? Когда анонсы были? Лет 5 назад? Причем тут анонсы? Они этим занимаются сейчас? У них деньги есть на то, чтобы они это делать? Они этим не занимаются. Есть они... деньги на то, чтобы устраивать дисконы и показывать все это? Есть. Локал, ты забываешь, что самое важное? Они этим не занимаются. Это делают за них другие компании. Да, они просто покупают. Не покупают, но это все. Причем плохого качества, да, я считаю, они бы не продавали компанию, если бы у них были радужные перспективы. Скорее всего, они не справляются, вот и все. Кого они покупают? Diablo 4 у сторонней компании, Overwatch 2. Diablo Immortal. Diablo Immortal, Warcraft, Recorder. Считай, это черняя компания, которая им принадлежит. Какая? Это китайская хуйта, которая делает, блядь, помойные игры по шаблону. Блять, ты почитай, если я почитал. Они купили их пару лет назад. Ну, они купили эту компанию тогда, когда анонсировали Diablo Immortal. И в итоге посмотрели список работ этой компании, у них просто клоны, блять, говняшных RPG на телефон. Ну, деньги они направляют. Купили они на какие деньги? Вот? Ну и что, ну, там полный кал. Типа люди, которые вот делают эта фирма, игры телефонные, они на том же движке делают, на котором раньше делали. То есть просто еще очередную копию по обложке Warcraft. Говняную, ну, которую не играют. Ну они купили их на какие деньги? На те, которые не заработали с Вовки, поэтому делать фри-то-плей тебе никто не будет. Ну они также эти деньги с фри-то-плея будут закидывать туда, в чем проблема? С фри-то-плея такие же деньги они не получат. Не с чего ты взял? Ты экономист? Из этих... Ну ты сам посчитай. У тебя я считаю, что получит. Не просто так много игр фри-то-плей имеет.
Конечно. У тебя, получается сколько денег с каждого человека в месяц? Бля, не, давай так, одна из самых... Да, танки. Одна из самых... есть одна фирма пожестче, чем Wargaming. Самая уебищная по донату, но, блядь, имеющая охуевшую прибыль, хотя игры у нее говнястые, ну, free-to-play. Mail.ru. Ебать, сколько игр free-to-play. Бабки гребут. Пизда на донате, охуевшие. Ну, я говорю, вон, Dota 2, ебать. Free-to-play. Зато они выпускают всякие мобильную хуету, карточную залупу на свою игру, блядь, что угодно делают. А денег, блядь, у них жопа идёт. Ты сюда вал вообще не приравнивается. А чё, почему нет? Можно про любую компанию сказать. Которые доят только так. Ну ты посчитай, сколько они запросили на вот эту херню, как он их называется, когда они на... Компендиум? Деньги, ну деньги, да, вот собирают на International, на призовой фонд. Никто не хочет, никто не донатит. Ты донатишь, грубо говоря, на визуальные плюшки. То же самое ты можешь делать в Вовке. Они этим нахреначили столько денег. А кто в Вовке так не дает делать? 30% ушло на International. Ну и что? Сколько ушло на International? 30% или 40% они говорили. Так а в чем проблема в Вовке делать такой же кап? Ну а с чего ты его там будешь делать? В смысле, давайте там покупай, Вовке турниры не хуя такие. Ну вот как давайте здесь у тебя делают батл пасса там сраный на Сирусе, так же его на Вовке могут делать. Да, ну. Он там сзади призрака кто-то привел. Ну блин, я не знаю, что ты споришь, что очевидно, что free-to-play бы принес много денег. Я не знаю, больше или меньше, я не экономист, но... И ты тоже зря споришь, что ты тоже не можешь знать. Ну, очевидно, из тех компаний, которые гребут бабки вот так вот лопатой на free-to-play, это Steam, да, гребет на всем подряд. Ну, имеется в виду. Wargaming. Ну, Wargaming там есть донат, влияющий сильно на баланс. Ну, тоже саны, как они там? League of Legends? Riot Games. Да, тоже у них там ебать денег. Я вообще не разбираюсь в этой хуйне. Я тоже. В сортах говна не разбираюсь. Вот. Так что в любом случае. Ну, и под конец, конечно, Mail.ru тоже. Ну, гребут лопаты, блядь. У них куча игр. Они покупают чужие игры, делают, блядь, свои говнястые игры. Но они на донате охуевшие бабки. У них все игры фри-ту-плейные. Warface. Да. Ну там та фишка в этом. Free-to-play он заманивает игроков. А там уже не замечаешь, как начинаешь, блядь, играть. Free-to-play создан для того, чтобы донатеры, которые играют в эти игры, имели, как тебе сказать, перед кем похвастаться своими скинчиками. И преимущество. Если ну, это можно, если дает, да. Да, надо дает преимущество, там можно повъебаться. Смотри, что я купил. Я Т4 купил, ебать. Да, лучше. 278 выбор купил. Но нас так люди не делают. Ну да, блядь, конечно. Или плащ 272. Покупают за полсервера. Никто не делает. Ну, как бы, когда, допустим, есть бабки, почему нет? Человек хочет, человек покупает. Вот я бы на Офу, кстати, вот на Офу я бы, скорее всего, донил. Если бы был free-to-play, я бы там играл. Я бы донил, потому что я знаю, что тот аккаунт у меня никуда не денется, никуда не пропадет, он будет, блядь, всю жизнь нахуй жить. Да а здесь я хуй знаю. Да здесь, блядь, сервер, он как на X3 нахуй закроется, и ты пойдешь нахуй. А ну да, блядь, да, в натуре. Да, да, да. Поэтому здесь и достижения как-то я не очень тороплюсь делать, не привлекают особо. Нахуй не вообще. Ну, развлекают тебя. Чё? Ну, да, если они... Бля, метка будет где-то вот здесь. Примерно. Ну, ты понял, да? Отлетаешь в эту вот сторону, вот сюда, если что, отлетаешь. Ну, ты же, блядь, ларакал первый раз. Да, конечно. Слышишь, конечно, ты нет. Тончил? Нет, Валера, эту хуйню? Нет, конечно. Смотри, вот тут столб книжек вот этот есть. Типа, когда он в центр убежит, ты вот так упрешься, и он три плевка, по-моему, даст. И потом после них только портал появится вот здесь. Ну типа будет заебись, если ты портал словишь или успеешь обратно отбежать к этим книжкам. И дальше он будет в тебя плевать, ты будешь тупо в книжках стоять. Потому что потом он пойдет к тебе, и если ты будешь вот здесь в углу, то этот пидор начнет обходить эти шкафы. Ты кое-что забываешь, я Эридар не похуй.
А, ну если ты Эльдар, то ты вообще топ, ебать. Ты можешь, типа... Коба, ой, Ганнибал, а ты в Дискорде? Вообще похуй, где стоит. А, красава. Так, шоу у нас квадрат. Рассказывайте, давайте, бля, я ничего не знаю. Сейчас расскажу. Подожди, расставлю метки и потом спокойно расскажу. О, блядь. Так, нахуй, иди там. Ну что по прожилкам у тебя? Это чё? Тивел спасения есть? Два не спасения? Не. Он же агро сильно снизит, по-моему. Как я потом наберу это? Похую вообще. Главное, тычку пережить. Его можно отменить себя, когда плевок пройдет. Ну, бля, что-то хуйня какая-то. Один хуй это. 20% прожитка охуенная. Ну, типа, тут палы есть с каплями, но я хуй знает, их убьет, нет? Надо так, с бабой. А кто остался? Я остался. Хожу еще. А я хочу попробовать, может быть, мне саппорта хватит. Ганнибал, да? Да, ну раз Ганнибал не шарит, пока не буду его ставить. Да, посчитаем. Сколько саппорта у тебя, скажи цифру. Сейчас. Я, короче, дал метки на поле, Ганнибал, смотри, и дал людям над головой метки. У тебя нету, я тебе объясню, что делать. Вот, все люди становятся свои метки, ты становишься вот сразу вот сюда вот, после звездочки. Ну, так же, как и все, просто метки кончились, ты вот здесь будешь стоять. Я чуть дальше вот здесь буду стоять, у нас с тобой меток нет. Все, начинается бой с боссом. Босс агрится и идет к танку. Он начинает потом кастовать порталы, еще не дойдя до танка. И мы все стоим вот в этих точках своих, чтобы не пересекались друг с другом. Ждем, когда он кастанет. Когда он кастанет, появится у телескопа портал, и из него в трех людей будет стрелять луч. Вот. Если, например, в тебя стреляет луч этот, ты можешь баблом скинуть его. И вот так вот баблом, например, скидываешь, так назад отходишь и побежал к боссу вот так по задней линии. Добежал до босса и стоишь его спокойно дамажишь, только перед лицом нельзя вставать, иначе он тебе дыхнет. Вот. Потом второй раз можешь бопом себе скинуть. Лучше не буду тебя утруждать кому-то давать, себе даешь. Дамажишь опять. Если на тебя не кинулось ничего, ты просто бежал назад и побежал спокойно. Чтобы у людей было пространство бегать, а ты спокойно сзади бежал, им не мешал. Вот. Подамажили босса, у него меняется фаза когда. Он становится темным. Здесь люди бегают, лужи разливают в середине. Ты должен, когда он потемнел, опять отойти на вот эту заднюю линию и побежать по ней вот сюда вот в конец книга. На темной фазе. И все, ты вот здесь стоишь, куришь. У босса в это время он стоит там, где вот он сейчас примерно, чуть ближе к центру. У него возвратка. Ты стоишь, ждешь, когда у него кончится возвратка. Подходишь к нему сзади и ждешь. Возвратка кончилась, все, можешь дамажить. Потом у него фаза опять меняется на белую. Я говорю, все, встаем на места. И ты опять бежишь вот сюда, вот где ты сейчас стоишь. Я по дороге буду тебе говорить, не запутаешься, все будет. Главное, если на тебя луч кинулся, скидывай его баблом или бопом. И все. Там дальше буду говорить. Перед лицом босса никогда не вставай. Да, луч, если на тебя кинулся, и у тебя там бабл и боб уже в КД, ну, вдруг такое случится. Тебе нельзя пересекаться с другим лучом. Поэтому, видишь, как распределили в линию, чтобы ты 100%. Кинулся на тебя луч, ты не можешь скинуть, да? Ты вот на тебя кинулся, ты пробежал вот сюда чуть-чуть и стоишь. На тебя кидается лужа, ты из нее выбежал, постоял. Кинулась лужа, выбежал. Она типа на тебе пока висит луч, ты будешь лужами срать, но они появляются не сразу. Вот так и бегаешь. Ну, у тебя просто два сейва, я думаю, вряд ли ты там поймаешь лужи, не парься. Вот. У тебя ну хил прохит. Если вообще, типа, без луча, то никогда не перебегай через луч, даже если там с лучом или без луча. Просто нет, не поэтому назад всегда отходишь. И здесь будет портал синий появляться на темной фазе, его не ешь, его не нужно есть. Войд, съешь тот портал, который у телескопа? Шо? Так, у телескопа, он прям под ним, да? Да. Да. Он за жопой дракона, он когда уходит в центр, прям под его жопой спавнится портал. Ну, не ну, имеется за хвост, на его кончике хвоста. Ну, совершенно прямо под телескопом. Кота. Вот. Степанида, ты же тоже тут не был? Ты все понял? Я тебе что-то объяснить еще раз, чтобы ты не сглупил. У тебя также есть бапл, боб, ты то же самое все делаешь. Только ты стоишь близко к танку на квадрате, тебе нужно танк постоянно поддерживать на фулах. Танк будет разваливаться, пиздец, как сильно. Хорошо? Угу. Все. Валера, что там получается? Ты 50 на 50 сдаешь на второй плевок. Mm-hmm. Потом сдаешь что? У тебя больше нихуя нету, да? Массакра. Массакро ты сдаешь. Потом сдаешь трини. У тебя прожимные трини? Ну, трини у меня дает ничего, 9000 хп. Ну, хуйня, не поможет ли это 9000.
Ну, давай тогда... А, да, вот треню прожмешь, и если прокнет ревностный, ты говоришь, у меня прокнул. Потом тебе дает бабл сальву, давай Степанида тебе даст. Если как он, на... него, он баблом, если он баблом, это, ну, ты понял. Ну, если нет, заявить. Значит, оба. Ну, там по дороге увидим. Даже не сразу, ты первые плевки все равно держишь. Короче, первый Степанида, если... Кидайте на себя бопы лучше тогда, чтобы баблы устались у паладинов. Кидайте боб сначала, потом бабы. А, подожди, так все равно ты повесишь на себя боб, но у тебя дебаф будет двух. Да, ну да, ну тогда не парься так эти баблы. В общем, там по дороге увидим. Первый Степанида, если на него лучник кинется. Потом Коба, потом Ганнибал. Вот. Это на все, которые будут разы, я думаю, вытерпим. Короче, нажимаешь треню, если выдерживаешь... и ревностный не прокает, то заебись, мы ничего тебе не кидаем, в следующий раз ревностный прокает. Сколько, кстати, 2 минуты, когда ревностный? Да. Ну и все, норм. Нага 10%. А, ну ты можешь тогда... А кто у нас Нага? Нету Наги. У меня еще мой подсейв, путь возвышения, то, что я дрянею 5% сейчас. Да, да, если на тебя луч кинулся, бабл, сейчас я рыбу поставлю. Не, ну и посмотрим, сколько он дамажит, сколько это все. Это по-любому не с первого трая сейчас убьем, потому что... Да, что ты постарайся. А сколько у бабла КД? 4 минуты и 2 минуты воздержанности висит. Здесь пьем фласки на урон. Тогда, там, слышишь, типа, Нида, не кидай на себя бабл, если будет луч, кидай лучше на себя боб. Чтобы в любом случае... В случае на следующий этот, если луч не кинется, чтобы у тебя бабл был живой. Рыба поставил? А боб работает разве? Да. Да. Боб работает. Кушаем фласки БКшные на СПД. Я тебе еще щит накину. Давай я тебе не буду, наверное, щит кидать сразу. Только щит на тот раз, когда ты треню нажмешь. Хорошо. Да ты можешь под каждое дыхание кидать щит. Да у меня же у тебя дебаф будет. Через раз. 5 секунд. Дыхание каждые 12 секунд. 5 дыханий. Да, это второе дыхание, и получается на четвертое я кину. Как раз ты вот получается второе ты... Баб, ой, этим 50 на 50, третья ты... Я бы советовал третья, пятая кидать. Первая не прожимается вообще. Да. А, сколько, 5 плевков? Да, да, я и говорю про второе. Типа, зачем третья? Ну, потому что он на него прожимку отдает. Второе я отдам 50 на 50, мне там твой щит нахуй не нужен. Ну, давай тогда на третья, пятая. Тогда ты мне диктуй. Синий баб, ой, синий портал, тогда я забираю. Я еще раз. Первое, я так ловлю. Второе, я прожимаю 50 на 50. На третье, я прожимаю масса-кру. Угу. На четвертое, я прожимаю... Подожди. Нет, на третье, ты же мне даешь щиточек, я прожимаю да. Треню. А нет. Если прокает... Ну, что, все правильно. Я прожимаю треню, ты даешь на щиточек. На четвертое, я прожимаю масса-кру. И на пятое, если все заебись... 5 дыханий же всего. Да. Да. На пятое дыхание мне должен сработать ревностный. Ну да. Ну что тогда, давайте пробуем. Треня, блядь, 3 минуты. Ты говори по плевкам, какой плевок пошел, чтоб не запутались. Понял, понял. Хорошо, хорошо. Сейчас, погоди, я на Валеру СС дам на всякий случай. Так, у всех бафы все есть. А тут спрашивают, на 100 ледного змея можно? Нет, эти БКшные, что мы же пришли в 260 шмотки лутать. А твой падет здесь, что там на тебя падает? Я, по-моему, тут хоть ничего на тебя не падает. Моя падает, по-моему. Ну, надо постараться, шея не нужна. Дальше... Дальше я не помню. Тут все от танка зависит. Ну, в принципе, не горит. Можешь выпить, если ты жопишь. Я не жоплю, мне норм. Ты прав, в принципе, даже сопро. Так, ладно, короче, мажем грудак, пьем фласку и поехали. Так. Всех все есть. Отдаю отчет. 5, 4, смотри, Валера, 3, я вам дотовать сначала буду. Надо. Надо. Не надо. Надо. Я же я его просто тащу, мне просто агро нажал. Поздравляю. Все, я на место встал. Ганнибал, стань на место, на место, на место. Стоишь, ждешь. Все, стоим, ждем на своих местах. Сейчас лучи пойду. Все, Коба скидывай. Первый плевок был. Я на третьей, да, ага, хорош. А зачем ты его не сдавать? Ну ладно, херсон. Куда пошел? Дыхание второе. Сейчас щит на тебя дам следующее. А, подожди, у тебя, по-моему, два дыхания 50 на 50 может дотерпеть, если прям подписочку тыкнул. Нет, нет, нет. Ну я подписочку тыкнул. Нет. Дыми, давай щит. Да. Да.
Ревнос не прокнул. Подхили меня. Сейчас. Я тебя не вижу. Сейчас массакрус даем. Кинь койл. Дал щит тебе. Массакрус. Хилы, ну вы чё? Ну хилы, ёбаный рот. Чё вы делаете? Типа Нида умер. Может он в луч забежал. Аркрай, дай Б. Сипониде. Аркрай, бегать. Меня на фул. Бля, он хуйню сносит. Нахуй я вообще что-то парюсь. Я, блядь, хили стою. Не знаю, никто сам себя не хилит, все хуй забили. Побежали в угол. Блядь, все. Войд, провожай тех, кто служим, бегай. Бегай недалеко от них. Все, ждем, блядь. Вот, Войд, лови. Ой, блядь, все. Локу, лови. Я ловлю. Съел. Все, можно дамажить. Съел какой-то. Так, а кто у меня... Понятно. Кто забрал? Не брал. Степанида. Сказали бежать. Блядь, не ну я же объяснял. Не ешьте это. Не бей, хожу, ладно, не бей. Ладно. Алло, блядь. Сказал, бить можно, блядь. Иди, вот сейчас можно. Все, можно. Там себя, может, чуть-чуть подними на всякий случай. Пока я там бежать. Я не могу себя поднять. Я не могу. У меня дебаф висит. Все, все. Степанида просто первый раз, он в следующий раз, ну, не будет подходить. Степанида должен бежать очень быстро потом к Валере просто. Да, да. Нужно будет толпать. Ну, Мэри Дара, вы, Монки, ты сейчас сорвешь с меня. Ты напуливаешься? А, ты не можешь напуливать. Что, на места встали на свои метки? Встали, ревностный, блядь, заебись, но пока до меня дошел, ревностный был прокнул, ударил. Ладно, ничего страшного. Валера. Стоим, ждем. Врата. Че, Валера? А, да, побежали на ком. Сейчас 50 на 50 отдам. Войд, к нам чуть поближе станет, чтобы... Могу... я тебе щиток не могу давать. Я затупил, сразу не рассчитал, что мне нужно рядом с тобой стоять. Войд, чуть правее, чтобы места больше было. Я разберусь. Окей. Все хорошо. Я выпилю тех, кто на лужах. Я сейчас массакрус даю в следующий раз. Что, дальше проходим? Да. Все, вот здесь, назад теперь. Ебать, больно, прохиливай. Жень, нужно сейчас от тебя щиточек будет на следующий. Я не могу. Здесь хуёво. У меня ничего нету, дайте я сейчас бабл каплю. Хожу, бабл ебать капля. Ты урона получил. Чего ты нахуя, будет, ты луч что ли мой пересек? Ты нахуя мой луч пересек? Я сам, наверное. Раньше меня пошел, короче, получается. Да. Ладно, хуй с ним. Я тут разолью. Чего я умираю, блядь? Держите на фул. Ух, бля, ебать я. А все, нахуй мне ничего не надо нажимать. Я умер. Да, ну, слю, Войдвэр, да, что-то купите. Портал такой возьму. Рель, блядь. А чё за суматоха, я не понимаю, чё вы такие типишные? Все начинают пиздеть просто. Ебись ты от меня. Типа, Нида, еще раз так сделаешь, минус кролл. Ебать, ты молодец. Но он не знал же. За меня решил. Да, он чисто бедолага, ему сказал не ходить здесь. Он опять идет и порталом направленно в эту точку идет. Ну типа, все, ну, все. Подумать, не? Что-то можно. Сейчас, все можно. Да, можно. Смотрите на босса. Мне сало он дал, ты возрождение. Это да. Ты что, и оно в КД ушло или что? Не-не-не, просто каст тыкается. Слышишь, твой Войд, пока он из этой фазы не выйдет, ты не сможешь кастануть ничего, он тебя будет убивать. Сможет, там с шансом. Все кастанул. Там с шансом. Да. Пробаф еще скинул. 100%? Да. Все, понял тогда. 3 секунды фазы. Сейчас люди поймут, будет вообще изи делать. Все, на метки свои встали. Бля, прохил, давай. Бля, опять ревностный прокнул. Не успеваешь ты меня добежать? Врата, и... ждем врата. Войд, блядь, ну ты шо где? Нормально. Все, побежали врата, можешь баблом, да, генерировать баб. Дыхание. Еще есть боб под друида? Есть любой человек, дайте боб под друида. Типа, Нида, ты че хп так где проебываешь? Второе дыхание. Ну, третье дам. Нет, третья массакрой. Можешь, ты прям не писю в писю тыкаешь. Мне кажется, ты можешь дотянуть. Прям вот. Все равно нет, там еще. Серьезно говорю, смотри еще сколько времени. Вот, смотри, даже. Вот, секунда. Массакрус дал. Бля, щитком вообще хуйню хилит. Так, у меня остается 3 няна следующее. На фул меня подымите. Ну на фул! Ну там, вы че, блядь? Там только Степанида был. А ты где был? Я вижу, у меня разношу лужу. Так ты же один с лучом, ну подбеги ты близко к боссу и хиль.
Прохильте Валеру, быстрее. Второй луч сдох. Ну и хуй на него. Ну если сдох, там два пала было, они скинули. Убежали на... сюда в углу. Они оба скинули. Они там знают, хуйня что... осталась, добьем. Не, типа, Нида, не беги вот там, беги по стеночке. Че, бопы есть у кого-то? Чекните там. Вдруг да, если что-то... есть бопы, киньте плюсик. Приоритетно хилам. Портала. Моего Ганнибала. Не бейте пока, не бейте. Не бейте, это я могу бить, потому что я сам себя хилю. Вы когда подбежите, Женя, нужно будет... То можете бить, можете бить. Пристабах, а я отсюда нужно... дотянусь. Давай. Я тебе лап дал? Лап... Да, да. Нет, не достал. Да, странно, но... Ну, короче говоря, приставах нужно будет. Похотать. Хорошо, я дам, да. Если я фуло, если я фуловый, я без прожимок держу это, понимаешь? Ты попробуй в следующий раз, когда сюда придем, в книжках постоять, потому что пока ты я убегаешь... Я в книжках стоял. Не, имею в виду сейчас, типа, когда он кастует, если успеешь. Ну, то сейчас фаза поменяется, через секунду. Выгуча. И на фол, танка. Встали в метке встали. Дался баф? Какой ты, о чем? Бля, а, все, да, иди в пизду. Да, я за... Первое дыхание. Локу дайте, то... Вы поняли. Бля, у меня воздержанность висит. Воздержанность висит, Жень, сейчас нам нужен будет твой щиточек. Да не могу я, блядь, отдать щиточек. Понял, ревностный прок, ну похуй. А чё, Ганнибал, чё ты не дал бопу этому локу? Ты можешь еще дать. Следующий массакру прожимать, держи на флаг. А, пропал. Себе? Ну все, понял, хорошо. Я тебя подхилю, локу. Подымай. Да у меня там хилим, чё есть. Жадру тебя хилит, нормально. Не, я, можешь не бегать. Я на 50 следующую прожму. Ну, у меня нихуя не осталось. Вот сейчас бы это Звание Спасения бы спаслать. Просто... А, блядь, поздно. На нахуй. Всё, пиздец. 4 секунды, перефаза, в принципе. Может, молодой. Это пятое было дыхание. А танчить кому? Ну, просто добить никому. Его сейчас, добьём. Он сейчас не танкуется. Да, добьем. Портал только танковский обязательно надо взять. Красную-то не съедят. Бегите с баблом вот туда. Именно. Монки туда бьют. Он меня сейчас бьет. Бегите, кто-то бабло быстрее туда паладин. Быстрее. Да сейчас... нету бабла, все скинули они. Похуй, любое врата, тело. Врата, бегите. Монки, врата. Монки, я не добежал. Ну, красные врата тут стоят, я их взять не успел. Меня я поладил. Сейчас себя просто рядом с танком поставлю. Ой. Грубо говоря, когда ты... Твой щиточек? Да я знаю, что ты пытаешься объяснить. В смысле, имеется в виду, мне даже я без прожима... Я знаю. Есть, конечно, предложение, может тебе в ДЦшке пойти? Ты мне да вообще... Я просто стоял в очке, блядь. Он стоял далеко, и на него несколько раз луч вешался, поэтому тебе щиты не давал. Ну, один, я говорю, сейчас типа Нида, давай. Понял? Ты из типа Ниду близко, да, поставил ко мне? Ну, конечно, да. Вы это, вот 4 бопа, да, вы их не давайте там на всех, типа, на кого лучи кинулись, только на хилов. Ну, типа, если на двух хилах, то обязательно я на них бопу. Я скажу, кому давай. Хил-то сам скидывает, себе, да. Либо я скажу. Не, пусть брат. Себе скидывает паладин. Ну, ты говорил. Понятно. А, ну, говорю, вот если бы один раз, типа, Нида бы успел бы меня поднять бы, ну, грубо говоря, я бы не умер, и все хорошо было бы. Да ничего страшного. Первый раз люди, чего вы агритесь? Как... Я никто не агрится, я просто говорю. Все хорошо было, просто вот. Момент. На самом деле, мне хватает... Прота, грубо говоря, он бьет под фул говном, под фул, ну, под двумя стаками. По мне, вот сейчас под резистами 55 тысяч. Вот я сейчас ловил. Так ты пойми, что я тебе говорил вот про символ, он бы тебя сейчас оба на портал просто, нужны, просто ты бы не сдох. Я понимаю. Ну, да. Он бы не сдох, если бы на меня два раза луч не кинулся. Из трех. Да, он по мне бьет по 53 по 55 тысяч. То есть вот 55 тысяч, это, грубо говоря, та цифра, если у меня порог здоровья, то есть Женькин щиточек, если я фуловый и Женькин щиточек, 100% я выживаю. Мне даже без этих... Кстати, мастера ура тьмы дает кто-то? Это тайная магия, нету тайной магии. Ничего. Тайная, да. У меня просто не было бафа и рыбы. Если было, был бы баф рыбы, я бы гарантированно сейчас... Все понял, да? Я бы устал. Да.
Мне не хватило чуть-чуть буквально здоровья. У меня оставалось после его дыхания, когда этого вообще точка нету, 2000. Ну все ок, сейчас просто я поменяю местами. Тут босс изичный вообще. Тут все тут чисто от панки. Я думаю, вставай в крест. Монки, я сейчас монки уберу, ебать, и луну встану. Монки, ты тогда встанешь дальше, чем... Ну, получается, за Ганнибалом следующее. Да-да-да, встану. А я здесь. Куба просто будет вообще бегать весь бой, если его подвину. Хила тоже нельзя двигать. Да. Ну, хоть я могу... У меня под лучом получается дамаж. Я могу, в принципе, пойти... У тебя получается, что ты ближе стоишь, у меня никогда не получится, блядь. Слышишь? Нет, я могу, в принципе, меня... как Войт сказал, поменять символ себе, сделать да, еще один сейф. Да, блядь, пизду, блядь, мы тебя ждать еще будем, нахуй нам надо, блядь. И так сейчас пройдем. Ну, типа, палы есть с каплей, и так пройдут. Только палам нужно прожать что-то для себя, чтобы не сдохнуть. Блядь, он под щитом не умирает, еще раз говорю. Да. Он вообще ничего не прожимает, кидает столько щит, и он не умирает. Да, да. Вот у меня 55 тысяч, он бьет 55 тысяч. Щиточек, все, я, если я фуловый, то мне... Ну там еще автоатака идет, не забывай, тысяч 10. Это понятно, я говорю, если он... Я фуловый, так, то... Я и даю ему тысяч 10, наверное, саппорта. Ладно, короче. Нет, давай. Автоатака по 3 тысячи, че смеяться? Нормально. Я играю, щиток 10 дает. Ну, 10 это... ДЦ-шный 10, а твой, наверное, 1500. ДЦ-шный 1000 у меня 13 дает. Нихуя себе, охуеть. Так он, блядь, у всех дает топовый лаву. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Я его наебашу, блядь. Бля, я еще долбоеб. Ну, все нормально. Да. Стоим на метках, ждем. Лучше. Первое дыхание. О, оба скидывай. Войду, Ганнибал, дай боб, пожалуйста, Войду. Ганнибал, пробегись. А вот Рестер Друид стоит. Дыхание, вот, второй. Вот Фьюри, вот, ага. Ну, да, дайте по локу Сальву. Я сдаю, скину просто. Сейчас. Сейчас массакру сдаю. Массакра пошла. Ревность. Бэка, я дам тебе нахуй. Блять. Я тебе щит уже скинул. Тринки прожимай. Прожму сейчас. Сейчас как-то хуже. О, с тренёй вообще изи. Хуже, потому что я щит, блядь, слил под твою это, ревностный. Ну и все, сейчас я щит тебе дам, все ок. Надеюсь. О, видишь, вообще изи, блядь. Готовим сейчас перефазы через 4 секунды. Бежали. Степанида, не поймай портал, иди по стеночке, пожалуйста. Видишь, где локал стоит? К нему не подходи, через него не бегайте. Раз. Два. Три. Ждем, ждем, ждем. Сейчас немножко это будет. Видишь, в том суть, когда я беру портал, я замедлен на 90. Ждем, 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 ждем. Че, БЛ? Поехали, Геро. Ай. Смена цели, там пиздит он на меня. Да, нормально. Все. Все хорошо, да. 8 секунд обычно. Готовимся, 4 секунды смена. Ай. По местам своим бежим. Ай. Что с дыханием будет? А, врата пошли, смотрим. Первое дыхание. Сипониды снимаем, монки притворяйся, нормально. Кто бегать остался? А, монки ты дамажишь? Бля, я второе не могу. Дыхание. Войд, проведи просто близко к танку. Второе дыхание. Было. Следующая массакра сдаю. Частицу обнови. Я дам тебе еще час. Мастакра пошла. Вообще копейки, блядь. Сейчас треню отдай.
Нету КД еще, на 3 минуты КД. Ебать, ну ты бы сказал, я вообще не давал. У меня ревностный есть, хорошо. Двинься дальше, двинься дальше, Войт. Бля, вообще ревностный, блядь, нихуя я себе не попал. Сейчас щиточек твой нужно будет выставить. Еще дальше. Ну да, да. Просто не даю, пока автоатака я бешеный не проходился. Да. Ну нахуй, еле успел, как КД было. А все, сейчас я больше не проходит. Монки, блядь. Ты же в упор был хилы, вы чё приспите? А он да там нет, места не было, там места не было просто. Да какое он место, ты, блядь, в упор лежал луж. Нахуй хилам? Да нет, нормально, он по всем лужам прошелся, он поэтому в секунду и получил такой да, урон. Да. Его бы он не прохилили сам... физически. Бля, Монки, а чё ты не мог скинуть луч, я не понимаю? Я потом дамажил. Скинул его под конец, я дамажил просто. Ну не можешь так да. Дамажить, не дамаж. В самом деле у тебя ДПС вообще не изменился от того, что ты дамажил, пока бегал. Больше бегаешь. А сейчас на тебя БР крадет. Не, не надо. Аркрай дашь БР, Монки, когда побежим на метке? Дамажьте. Есть там бопы без КД? Да, да, есть еще. Валера. Кинь библиотек, у кого бопы есть. Че, Валера? Валера, все хорошо. У Кобы еще, у Кобы. Я фласку это... выпил, как только все закончится. Подумай себе чуть-чуть здоровье. Готовимся, 7 секунд осталось. Все, побежали на свои места. Поднимаю арка, щиток он сразу, да. Первое. А, врата, врата! Стоим, стоим на местах все. Дыхание первое, ничего не прожимаю. Блять, ладно. Я тебя покидаю. Блять, хуёво. Че, хуёво? Дыхание, воды 50 на 50. Следующая масса края. Давай дам щиток. И не доставал. Ебать. Следующий дам. А, следующий не надо, 3 дня, да, у тебя? Вообще есть 3 дня, ревностно есть. Ну, сейчас 3 дня отдай. Шо? Валера, если что, на тебе СС. Вижу. Видел. Сейчас дам тебе на следующий этот щит. Ага. Не сдохни, главное, подъебал вообще. А, не могу дать щит, у меня типа как сарин сделался. Нормально. Нормально все. Перефазы. Да, только когда ты в луже находишься, ты не можешь кастовать. Когда ну я выбегал, она просто в ту секунду появилась, когда он дышать начал. Я раньше не кидаю щит, чтобы он автоатак его не пробил. Хорошо. Раз. Да, везучка. Три. Порталы. Забрал. Ждем, ждем, там возвратка не бейте. Бля, ебать, Эридаром тут заебись. Ах, был бы Эридар ДК вообще машина. Все, дамажьте. Бля, я думал, тут реально будет сложно, а ты что-то вообще не разваливаешься по сравнению с подавана. Ну там по 80 прилетало, а тебе по 55. Давайте разница. Это 55, это... Он там первые ну, разы просто пробовал, блядь, этим, нахуй, анхоликом, а там без 15%. Да, он, в смысле, первый раз он самый первый в нормальном спеке пошел, ему 80 косарей прилетело. Ну, может, саппорта не было. Да, он все пил, все давали саппорты. Просто он, в смысле, ну, не чарил ни наруч, ничего. Да, наруч обязательно, там 100 саппорта, ебать. На места свои встали? Там 114, по-моему, саппорта. 5. Готовимся, рота. Чтобы рота была. На ротан. А как ты заебал? Коба, у тебя есть боб мне дать? Я в себя бабл зажал. Есть у кого-то боб? Ладно, похер, буду рядом держаться. 50 на 50 прожимаю. Войду бы дать боб, если у кого-то есть. Да, не надо. Ленил, а, мне уже дали, блядь, что-то не заметил. А у него остался лям, блядь, просто убивай меня. Массакру следующий отдаю. Ебать, пробило. Хорошо щит дал. Давай, да, на нем СС есть, так что хрен с ним. Он, в принципе, встанет, если что. Да сука, где? А, плечо хорошее надо. О-о-о, пиздец, кольцо. О, Коба, поздравляем. Пизда моему кольцу сейчас будет, походу. ГЦ Коба. А чё? А, понятно. Бля, тебе нужны плечи?
Да, они пригодятся мне, я буду отказываться от Т4. Как выглядит? Бля, выглядит неплохо, прикольно. Да ну. Весь сет горняка, блядь. Ой-ой-ой, блядь. Не, нет. Копыта же. Копыта идем. Тира-тира-тира, тут колечко. Затанчить надо. Понимаю, чё. Как там дела? Да ладно, выбьем еще, это простой босс. Ладно, с копыта там 3 дня не выпало, я понимаю, его там не, ну, будем редко убивать, я думаю, в первое время. Опа, мне, видишь, мечик не выпал, так что... Тебе хоть что-то выпало? Да, согласен, хоть что-то выпало. Ну, у тебя меч падает, ты его сразу забираешь, как бы тут вариант. Да, ну, как бы Коба теперь... А, ну, Коба еще... Ну, в следующий раз будет. Да, в следующий раз выбит. Да не, я думаю, что неважно, кто будет. Ладно, о, блядь, Ганнибалу сейчас... уже это колечко не надо, все. Сейчас это Коба расстроится, задонит его, похуй. Не, я бы алебарду задонил, если бы забрали. Ну хуя, ты же решил, что пуха с острова пизжа. Да похуй, тестить. Задонить. Мне бы такой мотивации в жизни, блять, надо потестить задони. Я так про девушек делаю. Да, ну там без доната никак. Ну что, давай, может быть, Монки наш...